Сегодня в Бийской школе сработала пожарная тревога. Незамедлительно всех учащихся эвакуировали на улицу. Спустя несколько минут на место прибыли пожарные расчеты. Никто не пострадал, задымление не обнаружили. Тревога была учебной. Тревожный звонок прозвенел в школе номер 34. В это время шли уроки в первой смене. Всех детей вывели на улицу. Как отмечает руководство учебного заведения, это были плановые учения. Все прошло гладко. Спустя некоторое время школьники приступили к занятиям. Отметим, что такие запланированные мероприятия сегодня проходят во всех городских школах. Главная задача – научить детей правильно и быстро эвакуироваться при возможных чрезвычайных ситуациях.